ты что делаешь? Это ветер в Астану. А что ты до кровь налила? Я просто из южного племени воды. Жизнь бумеранг, как она есть. Меня зовут Алба, я последний зубролет. Летающий зубр аватара самолет. Даниэля! А, ой, привет, как дела? Чего не здороваешься? Да я ж как слепая, вообще не вижу людей. Брат, что с тобой? Да батя вчера прогнал. Огняками в глаз пустил. Фу, всегда вот чай не попью, потом голова болит. Он что, пойди, иммунитет улучшает. Беспалевные казахские понты. Диса, вот этому 11 айфон лежит. Как, какой? 11 айфон, Pro Max на заряд. Взяли в тот раз, ага. Курс доллара какой сейчас? 424. Ага. На 800 миллионов умножь. Uh-huh. А, тогда мы поедем в министерство. Братишка, счет подай, счет. Закрыл я уже все, пацаны. По идее, джайская гостиница. Одни понты, я вообще не понимаю таких. Дайкс. Там у тебя на 200-ке какой объем вообще? 4,6. Как? 4,6, братан. Привет, передавай. Я вашего шефа знаю вашего. Хорошо. Да. У него две точки, кстати, здесь вот по Алмате. Очень крутой человек. Эй, гелик, 110 лямов. Пробег 6200 всего. Подожди, а какой год он? 19-го. 19-го года? Скинь мне контакты, братан. У меня там есть там люди, по идее, покупатели. Все, сейчас. Они как раз искали сам. Дай. Кент с заднеприводными замашками. Touch my tra-la-la. Oh, you touch my tra-la-la. Oh, you touch my tra-la-la. Чуванчик, как? Нормально. Чё, как? Ой, чувак, ну иди, иди сюда, что ли? Oh, you touch my tra-la-la. Латаша, пиво. Спасибо. А трубочки есть? Ир, мал ты, я задолбал уже, слыши! Oh, you touch my tra-la-la. Нет, нет, я же вам включу же, не этот, не тот, не... Белый, белый. Нет, нет. Нет, 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 я говорю, вон то... Нет, нет, не это. Нет, не... я говорю, белый, белый, вот же стоите. Да-да, вот-вот. Вот этот белый, да-да-да. Давайте я вам на карточке переведу, хорошо? Все. Ага. Адан, что делаешь? Да я машину покупаю здесь. А что на улице стоишь? Да я без маски, маску не одел, не пускайте. Да? Блин, тоже хотел себе купить, маски нету. Ты какую взял? Вот желтую, а белую взял? Белую. Не, можно желтую брать? Вот чисто пацанские уловки, 4. Ну что будем смотреть? 50 оттенков серого или этот, нимфоманку? Мы же мультик хотели бы смотреть. Мультик? А, ну хентай так хентай, давай. Потом мы поехали к моей подруге, и мы все вместе поехали в Крым. Ой, блин, ё-моё, извини, пожалуйста, снимай, давай, я постираю. Давай, снимай. Слушай, ты вот спортом занимаешься, да? Как ты вот это вот становая тяга, как вот правильно? А, ну все просто так встаёшь, и вот так вот ровно пригибаешь спину. Вот так. Понял, да? Когда ты казах с севера? Всё, кельник. Брат, удобно будет, да? Я на Каспи скину вам. Можно? Сигас, щиты, турчизоналта, химабр, отстроса. Турчизоналта, 316, 60, не вариант. Блин, братан, я извиняюсь, я просто северный пацан сам. Чуть-чуть с казахском, напряженка же есть. Можешь на русском сказать? Конечно. Айналая. 8 бит, 7. Твой очередной балабол. Короче, если нормально будет, за год машину и квартиру возьмешь. Сейчас как место освободится, сразу же тебя пихну в Ахимат. Нормально все будет. Там, короче, если что-то не так поса, маганай тасунгой, решим. 3 года максимум посидишь, бумажки поперебираешь, и потом все, туда пихну.
Любой вопрос, Ангеме, смело, смело. Ага. Я, короче, резюме понес, мне сказали, опыта мало, не взяли. Как не взяли? Ё-мое, да ты чё? Мама сразу звонил матом бал, чё сразу мне не позвонил? Я вам звонил, вы трубку не брали. Как это не брал? Куда звонил? Актив. Ты, ё-моё, что ты даёшь, а? Ну как так, а? У меня же два номера же. Ты, ё-моё, один раз хотел помочь, и то напортачил. Ты, ёлка такая. Вчера учительница пожаловалась на Дижана. Он в школе продает конфеты. Ну и что? Вот, пускай уже к деньгам отношение имеет. Учится зарабатывать. Понимает, что не все так все бесплатно достается. Правильно? Она има вот рисует и свои картины тоже продает, оказывается. Молодец, в школе. Молодец. Пусть. Некоторые дети вообще не понимают, откуда деньги приходят, тратят. Так они учиться же должны же. Вот, пусть учатся зарабатывать, это тоже учеба. А я у них спросила, знаешь, на что они копят. Ну, наверное, хотят нам подарок купить, да? Ага, подарок. Съехать хотят они от нас, на квартиру копят. На квартиру вдвоем копят, что ли? Да. Ну ладно, пусть, ладно, пускай уходит вдвоем, у нас же еще трое есть. Они их с собой хотят забрать. Нифига себе, офигели что ли? Да. А че, почему так? Все потому, что ты им телефон не покупаешь. Че, на хату деньги есть, на телефон денег нет что ли у них? Не куплю, скажи, вот ты вот не вчера этот мир бег. Девчонки, у нас тут соцэксперимент. А правда ли, что у красивой девушки всегда есть страшная подруга? Ну, конечно, правда. Вот эта вот насастая страшилка, вечно ее с собой таскаю. Уродина. Тут даже сравнивать нечего. Я в миллион раз красивее. Жиробаска. Да посмотрела бы она на себя. Фу, им мразота подзаборная. Я на ее фоне просто Ким Кардашьян. Ненавижу ее. И еще аузу сосок. Девчонки, так что? Конечно нет. У нас такого нету. Мы родные. Мы настоящие подружки же мы. Тимоя, ну, родняя моя. Давай сельфи сделаем, давай. Скажи, почему русские парни не в нашем вкусе? Потому что мы хотим выйти за казахов и готовить для них беш. Братан, такси? Да, брат, такси. Садись, поехали. Сейчас от Павла кинешь, да? Давай. Сейчас, подожди. Садись. А что вы задом едете? Кого-то забрать хотите, что ли? Нет, по адресу тебя везу же. Садпаева же там. Я знаю, у меня просто коробка сломалась. На Дэнни сайт, что задом езжу. Сейчас на конце развернемся, я тебя довезу задом, не переживай. А как вы так... Я так 2 года езжу уже. Вот сегодня 3-го уже везу тебя. Если тошнит, повернись назад, ладно, и воду пей. Твой долбан на районе. Салам алейкум, пацаны. А что это машина стоит, черная там? Спецназ написано, ОМОН или я не могу понять. Ваша, да? Да. Что, спецназ, да? Да. А я Медет, Асылхана, братишка. Если там какие-то проблемы, она босса, смело. А так хай жилка босса, брат? Апсека. Апсека? Братишка был таким сум? Если с сеналтом. Давай, дядя. Че, все парковщики охреневшие такие, что ли? Я не могу понять. Че здесь все парковщики такие охеревшие? Еще злостно было. Да. Я не могу понять, че все парковщики охеревшие, что ли? Ах!